Добрый вечер, друзья. Я веду прямой репортаж сегодня, 17 февраля, из гостиницы «Корстон». Сегодня здесь проходит конкурс красоты «Top Russian Beauties». Множество красавиц соберутся на сцене, и только лишь одна получит главный приз – корону. Также я сегодня здесь увидела очень много творческих, интересных, талантливых, звездных гостей, с коими вас спешу познакомить. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Елена, я гость этого мероприятия. Пришла познакомиться с участницами и увидеть свою подругу, которая будет сидеть в жюри. А сами пробовали когда-то участвовать в конкурсах красоты? Нет, к сожалению, никогда не участвовала, но в прошлом я фотомодель. Не возникало желания поучаствовать? Как-то не получалось. То есть желание было, но просто... Времени не было. Была учеба, работа. А чем занимаетесь в жизни? Какие хобби у вас? Я косметолог, врач-косметолог. Мое основное профессиональное образование. Вот. А хобби – начинающая актриса в стадии обучения сейчас. Да. А вы где-то учитесь, да? Да, я учусь в школе кино. Да. Ну, я надеюсь, в будущем мы увидим вас в интересных кинолентах, сериалах и так далее. Обязательно, да, преподаватели оценили мое мастерство, да, талант. Какой актрисы себя больше видите? Комедийной, драматической? Наверное, по духу. Характерной. А в каких-нибудь шоу, может быть, уже участвовали на телевидении? Нет, пока еще. Ну, я думаю, что все впереди. Спасибо вам большое. Желаю вам прекрасного вечера, отличного настроения и очень приятных эмоций. Спасибо вам тоже, успехов и победы во всем. Спасибо, до свидания. До свидания.